Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Безопасность в День знания и во время голосования на избирательных участках. Губернатор Дмитрий Азаров провел совместное расширенное заседание антитеррористической комиссии оперштаба региона. На улице Советской Армии установили делиниаторы. Как они помогут автомобилистам? Как управлять велосипедами, электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, не создавая помех на тротуарах и проезжей части? Правила дорожного движения напомнили школьникам, которые отдыхают в лагере «Арго». Уникальные операции с минимальными рисками для здоровья пациентов. Как в областном онкоцентре спасают самых тяжелых больных и заставляют поверить, что диагноз «рак» – не приговор. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании в преддверии заседания Президиума Госсовета по вопросу развития общественного транспорта в стране. Мероприятие проходит в Москве. Глава региона возглавил работу одной из групп семинара и провел круглый стол по теме транспортной инфраструктуры и механизмов ее развития. В этом же круглом столе принимает участие глава Самары, член Госсовета Елена Лапушкина. В ходе обсуждения будут проработаны предложения к заседанию Президиума Госсовета, который проведет президент. В Самарской области состоялось расширенное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. В центре внимания вопросы обеспечения безопасности в День знаний, а также во время проведения процедуры голосования на избирательных участках с 8 по 10 сентября. В Самарской области работает 2269 объектов образования. В День знаний за безопасностью будут следить органы внутренних дел, дополнительные наряды полиции, а также сотрудники ГИБДД на дорогах и особенно на школьных маршрутах. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что безопасность школьников необходимо обеспечить и в течение всего учебного года. Именно для этого на всех объектах устанавливаются пункты досмотра, системы круглосуточного видеонаблюдения, так называемые тревожные кнопки. Не менее важно предпринять все меры по обеспечению безопасности жителей в дни проведения голосования. Готовность сил и средств органов власти и правоохранителей к реагированию должна быть стопроцентной, подчеркнул губернатор. В выборах могут принять участие более 2 200 000 жителей региона. На сегодняшний день сформирована 1751 участковая комиссия и еще 16 дополнительно созданы в местах временного пребывания людей – аэропорт, железнодорожный вокзал и больницы. Все здания, где будут располагаться участковые комиссии, сейчас готовятся к процедуре голосования. В рамках этой работы проводится проверка исправности охранной и пожарной сигнализации, наличие средств пожаротушения. Кроме того, все помещения будут обеспечены стационарными или ручными металлодетекторами. В администрации Октябрьского района Самары прошло обучение независимых наблюдателей за выборами. Слушали лекции и выполняли разные практические задания жители трех районов – Октябрьского, Самарского и Ленинского. Однодневное обучение провели специалисты областного штаба независимого наблюдения за выборами. Какой документ получат активные граждане, расскажем в нашем сюжете. Студентка Алена Славина уже второй раз будет работать наблюдателем на выборах. Впервые следила за избирательным процессом на участке в 2021. За 2 года в выборном законодательстве произошли некоторые изменения, поэтому пришла на обучение, чтобы освежить свои знания и узнать новое. Я учусь на государственного служащего, и мне интересен сам процесс выборов, показать объективность выборов, точно так же просвещать ее в каких-то социальных сетях, и чтобы люди поняли, что на самом деле проходит это реально. Обучение для наблюдателей из трех районов города – Октябрьского, Самарского и Ленинского – провели члены областного штаба по независимому наблюдению за выборами и представители региональной общественной палаты. В течение дня они рассказали желающим о всех юридических нюансах и тонкостях этой работы, о возможных ситуациях на участках и способах их решения. Они получают абсолютно все юридические и правовые знания, которые они должны применять на участке. Как себя вести, зачем наблюдать, как соблюдать законность, как соблюдать тайну голосования. Все это они здесь получают, как это сделать правильно, не нарушая закон. Такие же встречи пройдут и в других районах города. По итогам обучения все наблюдатели, получившие знания и прошедшие обязательное тестирование, получат направление на участки от Общественной палаты Самарской области. Они будут действительны на протяжении всех дней голосования. Если появятся еще какие-либо дополнения к их работе на участке, то с наблюдателями проведут еще один инструктаж в начале сентября. Сегодня в течение дня наши наблюдатели выйдут отсюда в полной компетенции. Потом, если будут появляться какие-то новые знания, мы их обязательно передадим, но это уже будет в таком режиме либо через методические указания, либо это будет устная какая-то такая короткая методичка, и это будет в дни, которые будут приближены максимально к ЕДГ.
Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член общественного Палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Тем временем представители участковых избирательных комиссий поквартирно обходят дома, информируя горожан о предстоящем событии. Рассказывают о кандидатах на пост главы региона и о процедуре голосования. Вместе с представителями избиркома на обход отправилась и наша съемочная группа. Участковая избирательная комиссия. Тамара Сергеевна Сернова на выборы ходит с 18 лет, с тех пор, как достигла возраста, когда можно воспользоваться избирательным правом. Вспоминает, при советской власти на выборы ходили как на праздник. Это чувство осталось до сих пор. Вот и к предстоящим выборам губернатора Самарской области, которые пройдут в начале сентября, готовится основательно. Все начинается со знакомства с кандидатами. В этом помогают представители участковых избирательных комиссий. Они поквартирно обходят самарцев и рассказывают о процедуре. Дури голосования. Мне бы хотелось, чтобы выбирались люди, я согласна, что выборы надо делать, но чтобы выбирались люди такие, чтобы они нам были помощниками. С начала августа представители участковых избирательных комиссий обходят дома и квартиры самарцев. Председатель УИК 2918 Сергей Григорьев должен пройти более 1500 квартир на своем участке. Задача – рассказать порядка 2000 жителей о предстоящих выборах губернатора. Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября. Избирательные участки будут работать с 8 утра и до 8 часов вечера. УИК 2918 находится в 132-й школе на улице Коммунистической, 16. Есть кто и впервые участвует в выборах. Конечно, мы им объясняем, рассказываем, что такое там выборы, что нужно исполнить там свой какой-то гражданский долг, у вас есть право выбора. Также есть постоянные, они с радостью встречают нас, чуть ли не с хлебом, с солью, говорят, проходите, пожалуйста, да, конечно, мы придем на выборы. Также мы каждому избирателю вручаем информационное письмо, где он может ознакомиться с временем, работы избирательного участка, с кандидатами зарегистрированными, какие документы нужно с собой принести, не забыть, чтобы они смогли проголосовать. Рассказывать самарцам о предстоящих выборах главы Самарской области будут до 18 августа. Тогда закончится первый этап. Второй начинается с 28 августа. С 2023 года работает механизм «Мобильный избиратель». С помощью него можно подать заявление о голосовании по месту нахождения в территориальную комиссию, МФЦ или через портал госуслуги. Участковые комиссии присоединятся к этой работе с 30 августа. А подать заявление о желании проголосовать на дому по состоянию здоровья можно с 31 августа и до 2 часов дня в последний день выборов 10 сентября. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События. Крупные банки поднимают ставки по вкладам после решения Центробанка. По словам экспертов ВТБ, а также связанных с ним открытий и РНКБ, по некоторым видам вкладов ставка будет увеличена до 12%. Почта-банк в ближайшие дни также поднимет ставки по краткосрочным вкладам на 3,6 месяцев до 12% годовых. Изменения коснутся и ипотечного кредитования. К примеру, Сбербанк уже повысил ключевую ставку на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичку 11,7%. Как повышение ставки Центробанка повлияет на ипотеку, цены на жилье и рынок недвижимости в целом, выяснила Ольга Павлова. Новость о повышении ключевой ставки до 12% годовых жители России и Самары, в частности, встретили без радости. Многие начали задумываться не только о нецелесообразности существующих и будущих кредитов, но и откладывать оформление ипотеки на потом. Эксперты успокаивают, пока что ни один коммерческий банк заявку на увеличение ставок по ипотечному кредитованию не подавал. Но все банки торопят подать заявку сейчас, и у нас сейчас есть возможность сохранить условия по кредитованию, которые есть сейчас, именно процентную ставку. Сказать, что
данная ставка пока еще до повышения будет действовать весь срок действия одобренной заявки, она, как правило, составляет 3 месяца, здесь обещать никакой банк нам не будет. Но, как правило, топовые банки нашей страны, по утверждению специалистов, сохраняют одобренные ставки клиентам, которые хорошо себя зарекомендовали, даже при условии, что произошло массовое повышение. На решение Центробанка о поднятии ключевой ставки по ипотечному кредитованию уже отреагировал Сбербанк и поднял ставку на ипотеку на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичку 11,7%. Коммерческие банки ВТБ, Альфа, Тинькофф, Открытие и многие другие пока сохраняют нейтралитет. А это значит, что у жителей нашей страны еще есть возможность оформить ипотеку на прежних условиях. Не стоит беспокоиться и тем, кто успел заключить договор на приобретение жилья раньше, чем вступило в силу решение Центробанка. Процентная ставка зафиксирована на дату подписания кредитного договора, и она не подлежит изменению, если же это не противоречит условиям кредитования в рамках конкретной программы. Массовое повышение ставок вокруг не влияет на изменения, как и массовое понижение процентной ставки, то есть у вас дата зафиксирована. Для того, чтобы заключить ипотечный договор пока еще на выгодных условиях, необходимо привести в порядок свою кредитную историю и все нужные для данного кредитования документы. Банк вправе отказать в получении ипотеки по ряду причин. Финансовая несостоятельность заемщика, неподтвержденный доход, отрицательная кредитная история, судимость, несоответствие требованиям заемщика банка, либо объекта недвижимости. Банкрот, такое страшное слово для банка, и это сразу стоп-фактор. Неблагонадежный работодатель. Но основным моментом является неблагонадежность заемщика по предыдущим кредитам и неподтвержденный доход. Но даже в этом случае специалисты по ипотечному кредитованию предлагают несколько вариантов решения проблемы. Оказывается, кредитную историю можно почистить или на языке риэлторов пролечить. Я рекомендую пройти процедуру лечения кредитной истории. То есть были негативные моменты по кредитной истории ранее. В первую очередь необходимо закрыть действующие кредитные просрочки и вообще в принципе кредитные обязательства, взять новый кредит и показать положительную динамику, то есть выплачивать его вовремя, показать свою благонадежность, да, финансовую стабильность, состоятельность. Либо воспользоваться продуктом банка «Кредитный доктор». В этом случае банк выдает небольшой кредит под высокий процент без права досрочного погашения для того, чтобы дать заемщику возможность проявить себя и доказать свою финансовую состоятельность. Таким образом, рейтинг заемщика повышается, и, как правило, этот же банк готов предложить уже более крупный кредит, в том числе и ипотечный. Если вы уже оформили ипотеку и столкнулись с финансовыми трудностями, здесь помогут юристы. Перестать выплачивать ежемесячный взнос и придумывать законодательные лазейки самостоятельно эксперты не рекомендуют. Да, к юристам чаще всего обращаются в случаях, когда есть случаи неисполнения обязательств по договору, когда люди не могут уже платить ипотеку, и в этом случае нужно понимать, что делать. Да, в законе есть определенные механизмы понимания, но тем не менее с юристами консультируются как минимум, чтобы понять, а что делать. Потому что в большинстве случаев у людей ипотека – это единственное жилое помещение, вопрос, ну такой, если не жизни и смерти, то ну, очень важный, да, жизненный. Наиболее востребованы и актуальны сейчас ипотечные программы с господдержкой для особых категорий граждан, к примеру, специалистов IT или многодетных семей, где ставка не превышает 8% годовых. Так или иначе, по утверждению специалистов, наибольшее влияние изменения ключевой ставки на рынке окажет на краткосрочные вклады на 3-6 месяцев. По более долгосрочным депозитам ставки, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут. Ольга Павлова, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События. Дороги в Самаре стали еще безопаснее. На улице Советской Армии установили делиниаторы. Это резиновые столбики высотой 1 метр. Они вмонтированы в асфальт на разделительной полосе между двумя встречными потоками движения автомобилей. Почему в Самаре решили применить такие кардинальные меры по безопасности дорожного движения, выяснил наш корреспондент. Дорожный штакетник появился на улице Советской Армии от Карла Маркса до Антонова Овсеенко. Инициаторами барьера посередине дороги по сплошной разделительной полосе выступили Департамент транспорта городской администрации и ГИБДД. Напомним, улица Советской Армии в 22-м году была отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на двух участках от улицы Промышленности до Антонова Овсеенко и от Новосадовой до первой насосно-фильтрационной станции. Обновили верхний слой покрытия, нанесли разметку. В этом году улицу Советской Армии модернизировали делиниаторами. Администрация Самары реализовала новый проект по безопасности дорожного движения. На это мероприятие предусмотрен проект «Безопасные качественные дороги». Это мероприятие направлено на повышение безопасности дорожного движения
а именно устранение причин возникновения ДТП в местах концентрации. По итогам проводимого анализа аварийности за 2022 год было установлено, что на участке улицы Советской Армии в районе дома 146А выявлено место концентрации дорожно-транспортного происшествия. На данном участке произошло три вида дорожно-транспортных происшествий. При изучении механики совершения данных дорожно-транспортных происшествий было установлено, что они возникли из-за выезда транспортных средств на полосу, предназначенную встречного движения, а также при совершении маневра левого поворота водителями, выезжающими с проулка, прилегающего к территории планового университета. В данных дорожно-транспортных происшествий смертей не зарегистрировано, были получены ранения различной степени тяжести у участников дорожного движения. Чтобы аварии на этом участке дороги прекратились, панацеей стал специальный барьер из резиновых столбиков высотой 1 метр. Длина преграды 320 метров. Она появилась в первых числах августа. Мер предотвращения разворот. Есть несколько вариантов. Это установка барьерных ограждений дорожных, тросовых ограждений и, как мы сделали, это так называемый дельниатор. Дельниаторы являются наиболее мягкой мерой. Они минимально сужают проезжую часть существующую, так как при установлении как ограждений тросовых, так и дорожных необходимо внесение дополнительного разметки 1-2. Это практически съедает метр проезжей части уже существующей. Поэтому совместно с ГИБДД и Департаментом транспорта принято решение о установке дельниаторов. На территории города Самары это первый опыт. Это инновационная технология. Данное устройство не позволяет водителям осуществлять левый поворот и нарушать требования разметки 1.3. Данная мера, по мнению госавтоинспекции, будет нацелена на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также тяжести их последствий. Это обеспечивает безопасность как водителям, так и их пассажирам при езде по данной улице. Данные столбики, да, они устанавливаются на ленту, там можно видеть желтая лента, она прикручивается к асфальтобетонному покрытию на дюбеля, и потом уже выращиваются данные столбики, которые, если необходимо, будет потом поменять. В случае, если их будут портить. Специалисты рассказали, если дельниаторы будут повреждаться, то их заменят за счет виновников ДТП. Пока это городская новинка. В будущем, если данная мера безопасности дорожного движения в Самаре будет эффективной, то, безусловно, дельниаторы установят и на других аварийных участках дорог. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, Петр Пламеев, Николай Сидоров. События. Как управлять велосипедами, электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, не создавая помех на тротуарах и проезжей части, и как избежать несчастных случаев на дороге. Школьникам, отдыхающим в детском оздоровительном центре «Арго», в игровой форме напомнили правила дорожного движения. О том, как это было, расскажет Галина Топилина. «Веселая зебра». Под таким названием проходит тематическая смена в детском оздоровительном центре «Арго». Каждый день здесь наполнен профилактическими и воспитательными мероприятиями. Основной упор делают на безопасность. На территории центра оборудовали автогородок – модель улицы со светофорами, разметкой и знаками дорожного движения. Педагоги Центра дополнительного образования детей «Искра» вместе с представителями госавтоинспекции провели для детей занятия, где напомнили о правилах дорожного движения. А затем школьники продемонстрировали свои умения на практике с помощью мобильной лаборатории. Данная лаборатория может выехать в детский оздоровительный лагерь, в какие-то отдаленные уголки и напомнить детям правила дорожного движения, спрофилактировать их возвращение обратно в город, да, где у нас интенсивность движения, чтобы они в игровой форме еще раз вспомнили, закрепили для себя те правила, которые им необходимо будет соблюдать по возвращению в город. По словам педагога-организатора центра «Искра» Дмитрия Черемшанцева, современные дети хорошо знают правила дорожного движения. Регулярная профилактическая работа, которая проводится учебными заведениями в этом направлении, дает свои положительные результаты. Однако еще важнее научить детей применять свои знания в реальной жизни. Когда мы их начинаем спрашивать то, что касается непосредственно правил дорожного движения, многие отвечают достаточно верно и уверенно. Вот. Когда дело касается уже применения теории на практике, вот, да, когда мы им даем почувствовать себя уже в роли водителей, вот тут вот возникают уже проблемы, да, то есть возникают моменты с тем, как теорию наложить на практику. Собственно говоря, поэтому мы и стараемся с ними участвовать вот в таких вот конкурсах лаборатории ПДД от нашего центра. В
условиях высокой интенсивности дорожного движения в городе знание правил поведения на дороге становится залогом безопасности. Поэтому так важно уже в раннем возрасте прививать детям знания и воспитывать в них культуру в этой области. Активную работу в этом направлении проводит Департамент образования городской администрации. Работа по профилактике безопасности дорожного движения, по снижению детского дорожного травматизма проводится на постоянной основе в течение всего учебного года. В летнеканикулярный период в июне месяце на базе 189 лагерей дневного пребывания детей, а также с июня по август на базе 6 оздоровительных центров совместно с отделением пропаганды ГИБДД по городу Самаре на постоянной основе проводились профилактические мероприятия с использованием мобильной лаборатории ПДД. В мероприятиях приняло участие более 20 тысяч детей. В департаменте образования анонсировали большое мероприятие на тему безопасности дорожного движения. Оно состоится в преддверии Дня знаний на базе учебно-спортивного центра «Автогородок» в парке имени Юрия Гагарина. Галина Топилина, Петр Поломеев, Николай Сидоров. События. Более 170 единиц нового оборудования экспертного класса было поставлено в Самарский областной онкодиспансер. Это позволило хирургам проводить уникальные операции с минимальными рисками для здоровья пациентов. В отделении онкогинекологии сейчас практикуются оперативные вмешательства, которые позволяют не снижать качество жизни и сохранить репродуктивное здоровье молодых женщин. Наш корреспондент Ольга Павлова отправилась в пресс-тур по областному онкоцентру, побывала в операционной, пообщалась с хирургами и узнала о том, что даже самый страшный диагноз можно победить. Подробности далее. Пациентка областного онкодиспансера Любовь Морозова с улыбкой встречает медсестер и журналистов. После операции прошло 5 дней, и, по словам врачей, все страшное уже позади. Узнав о своем диагнозе, женщина долго не могла поверить в роковое стечение обстоятельств. В поликлинике по месту жительства ей дали направление в онкоцентр, где после квалифицированного обследования врачи диагностировали миому матки. Я была у доктора в феврале и была абсолютно здорова. Вот. А потом в марте обнаружила у себя шишку. Ну а дальше все это стремительно выросло. Естественно, это только полостная операция могла что-то изменить. От 4 до 6 операций в день и до 1400 в год. Это только в одном из отделений, рассказывает заведующий отделением онкогинекологии Владимир Щукин. Сегодня он провел очередную операцию по удалению матки с сохранением яичников пациентки, у которой на МРТ была выявлена патология репродуктивного органа. Ограничились стандартным объемом при данном заболевании, тем более пациентка уже рожала, она выполнила свою репродуктивную функцию. Согласна была на удаление матки. Теперь мы будем дожидаться плану ответа гистологии. Дальнейшую всю тактику будем предпринимать по результатам гистологического заключения. Более 170 единиц нового оборудования экспертного класса было поставлено в Самарский областной онкодиспансер с 2019 года в рамках нацпроекта здравоохранения. Это позволило хирургам проводить уникальные операции с минимальными рисками для здоровья пациентов. В отделении онкогинекологии сейчас практикуются оперативные вмешательства, которые позволяют не снижать качество жизни и сохранить репродуктивное здоровье молодых женщин. Встречаются случаи и в молодом возрасте, в большей степени это генетические изменения, в большей степени это наследственный фактор у молодых женщин. Если мы говорим об онкогинекологии, здесь немаловажную роль играет и вирус папилломы человека, то есть инфекционный процесс. Поэтому, когда мы говорим о возможности вакцинации, необходимо также это использовать. Врачи утверждают, любое онкологическое заболевание легче предотвратить, чем лечить. И напоминают о необходимости прохождения профилактических и диспансерных осмотров. Своевременная консультация специалиста поможет не только диагностировать заболевание, но и спасти жизнь. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. Знаменитый французский модельер Коко Шанель говорила, что женщина из ничего должна уметь сделать шляпку, салат и скандал. А настоящая хозяйка дома в жару должна уметь приготовить освежающий напиток из того, что выросло на грядках и нашлось в холодильнике. Двумя рецептами летних лимонадов с нами поделилась Надежда Сергаева, ведущая сетевого проекта телеканала «Самара ГИС» «Дачные секреты семьи Семизоровых». У каждого на даче растет мята, в шкафу есть сахар, а в холодильнике найдется лимон и лед. Ведущая сетевого проекта «Самара ГИС» «Дачные секреты семьи Семизоровых» Надежда готова поделиться рецептом классического лимонада, который можно приготовить из этих ингредиентов. Секрет будет в том, что мы разотрем мяту с сахаром. У меня три вида
мяты. Мята классическая, как я ее называю, такая, которая есть на каждой даче, на каждом огороде, растет сама. Но у меня есть более яркого вкуса мята. Это конфетная с темными черешками. Вкус у нее как у карамельки. И эту мяту мы растирать не будем, она слишком яркого вкуса. И также вот такая вот пепперминт, перечная мята, тоже растирать не будем. Растирать мы будем мяту обычную, крупнолистную. Я взяла вместо ступки вот такую вот кружечку. Нарву туда листья хаотично, совершенно неважно, как вы это сделаете. При растирании с сахаром будут травмироваться листки, и мы получим наш мятный сок. Эту кашицу мы помещаем в графин, добавляем лимон, лед и другие виды мята. У меня сегодня не очень много льда намороженного. Поэтому я хочу поделиться с вами еще одним секретом. В качестве льда вы можете использовать любые замороженные ягоды. У меня, например, есть замороженная вишня в любой напиток. А также замороженный лимон. В летний период свежий лимон долго не хранится. Если вы нарежете его дольками и заранее заморозите, он у вас будет удобен как для чая, долго хранится. Также будет охлаждать любой напиток, и вы можете просто добавить его вместо льда. Заливаем отфильтрованной водой или кипяченой охлажденной. Освежающий напиток в жаркий день позволит вам чувствовать себя намного лучше. Еще один вариант освежающего напитка – яблочная вода. Ингредиентов для нее потребуется еще меньше, а вкус у напитка тонкий и приятный. Сначала я высыпаю буквально на 5 литров, ну, может быть, 2 трети стакана сахара, зависит от того, какую сладость вы любите. Можете, в принципе, вообще не добавлять сахар. Для того, чтобы сахар растворился, я использую уже теплую, уже не горячую, но еще теплую воду. Яблоко можно кинуть, для красоты можно не кидать. Перемешаем сахар, добавляю еще отфильтрованной воды. Также я предлагаю добавить еще базилика, тот, который не был заварен кипятком, свежего базилика. Я использую зеленый, не красный. Красный, мне кажется, больше подходит для овощных блюд. И кладем лед. Дайте настояться буквально несколько минут, и ваша яблочная освежающая вода готова. Другие рецепты и дачные лайфхаки вы можете узнать, посмотрев сетевой проект телеканала «Самара ГИС» «Дачные секреты семьи Семизоровых», который выходит по вторникам, четвергам и субботам. Виктория Шара и Сергей Баскин. События. Самарская область в тройке лидеров по числу голосов на фестивале «Форум Арт». В финал окружного фестиваля «Стрит-арт» вышли 14 работ, посвященные Году педагога и наставника в России. Сейчас проходит народное голосование, и параллельно работы оценивают эксперты. Самарская область представляет мурал Дмитрия Горшкова «Открытие возможностей» на стене Самарской школы номер 12. На сегодняшний день по количеству голосов от своего региона лидирует Республика Мордовия, Самарская и Кировская области, а наибольшее количество голосов от других регионов получили Оренбургская, Самарская и Саратовская области. Победители фестиваля будут объявлены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Открыт набор в программу для самозанятых «Бизнес-наставник». Заявку можно подать до 20 августа, сообщает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Это программа для самозанятых, которые могут повысить эффективность своих бизнес-проектов в несколько раз за счет взаимодействия с наставниками, профессионалами в сфере предпринимательства. За 12 недель под руководством опытных наставников участники программы разберутся с проблемами и точками роста своего проекта, научатся работать с клиентами и подрядчиками, смогут увеличить прибыль. Отбор в программу происходит на конкурсной основе. Количество мест ограничено. Участие в программе оплачивается Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Жители дома 23 по улице Александра Матросова приняли решение продолжить участие в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» с проектом «Дорогу к дому. Восстановление внутриквартальной дороги и устройство парковочных карманов», сообщает телеграм-канал промышленного района Самары. В настоящее время инициативная группа жителей активно занимается обновлением необходимого пакета документов для участия в программе.
Телеграм-канал Куйбышевского района приглашает принять участие в акции «Народное признание». Она проводится с 2007 года. Более 15 лет жители губернии выбирают самых достойных из числа кандидатов. В этом году можно подать заявки по 6 номинациям. Для физических лиц – «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герои нашего времени». Для юридических лиц – номинация «Единство и успех». На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи!